Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы с вами посмотрим Sunless Sea. Без солнца в море. Инди-игрушка. Собственно, давайте смотреть. Сколько я поиграл-то, собственно? Минуты 4, наверное. Не слышал про нее фактически ничего. Я знаю только, что эта игра про наш маленький кораблик, который будет бороздить океан, точнее не океан, а море, которое было лишено солнца. Как-то так. Сознание капитана. 3 десятилетия назад, во время правления Виктории, Лондон был украден. Украден летучими мышами. Теперь он лежит в миле под землей. Ха, нормально. Это было ужасно неудобно для всех. Но это открыло для нас огромный черный океан. Добро пожаловать в подземноморье. Выбрать прошлое. Решить, кем бы вы хотели бы быть, решить позже. Давайте решим. Сейчас. Вы квартируетесь в комнатах слепого штурма. Далее. Ага, собственно, вот тут мы можем и собрать нашего теперешнего капитана. Поэт, ветеран компании 68-го. Священник. Это даст вам бонус к железу, мастерство наносимого урона. Так, подождите-ка. Сердца, вдохновение, лечение, защита. Завесы, скорость, скрытность, обман. Страницы, тайны, иногда полезные знания, увеличивают скорость. Так. Зеркало, обнаружение, судя по всему. Железо, уничтожает, увеличивает урон от ваших атак. Сколько матросов у вас на борту? 8 из 10. Мастерство обмана. А чем мне понадобится-то? Я даже не знаю. Я первый раз играю, поэтому не ждите какого-то мэтскила здесь. Я вообще... Я не понимаю. Вдохновение, лечение, защита. Но нам... В принципе, нам нужен опытный капитан, который... знает, что делает, и он будет, пожалуй, у нас ветераном военной кампании. Так, строгий и требовательный. Они не будут шутить с вами. Вы обещали работу вашему знакомому. Так, он будет работать на вас, пока вы не найдете кого-нибудь менее отвратительного. Поговорите с ним, чтобы выяснить, почему он пошел в море. Хорошо. Ваш статус незнакомец закончился. Добро пожаловать. Вы были усталым солдатом, теперь вы капитан. Так, мутный кок теперь у меня, вот собственно. Он может сделать провиант съестным и даже вкусным. Сердца плюс один, счет вне правой кнопки мыши, чтобы поговорить с офицером. Это потом. Так, история. Какая-то все что-то не работает, да? Так, останки вашего отца. Ваш отец пропал в море, вы никогда его не знали. Часто думаете о нем. Найдите и верните его останки в Лондон для достойного захоронения. Глубоко там лежит мой отец. Найти останки и привезти домой. Когда вы найдете кости вашего отца, вы сможете уйти в победную отставку. Исследуйте... падший Лондон, чтобы найти первую подсказку. Найдите останки. Та-та-та. Хорошо. Мадам, много ли капитанов выбирает такое обращение? Больше, чем вы ожидаете. Так.
Капитан, капитан. Экстренное сообщение из кар... Не, конторы. Господи, капитана Порта. Они хотят знать, как к вам обращаться. Мадам? О, господи, блядь, Иисусе, можно? О, нет. Ладно, моего капитана будут называть... Мадам. Ладно. Ладно. Да будет так. Пускай будут называть ее мадам. Да будет так. Это что, подружка Дэвид Джонса, что ли? Ну хорошо, раз мадам, так мадам, пускай будет девушка. Как тебя назвать-то, девушка? Успели. Ой. Не знаю, ладно. Будешь Элеонор. Как Гатри, только та никогда не выходила в море. Да ладно. Ваш отец пропал в море очень давно, вам ничего не было известно о нем, но сейчас у вас появилась зацепка. Адмирал в темных очках. Неделю назад адмирал выпил лишний стакан бренди в клубе. Он сделал пару прозрачных намеков насчет плачевного конца вашего отца и выразил сожаление, что он не смог предотвратить это. Вы не вхожи в Парфениум, но старый официант клуба служит с вами в полку. Блин, нормально, короче, я серьезно. Текста, правда, много, ну да ладно. Ваш отец пропал та-та-та-та-та-та, адмирал в темных очках, с вами в полку. Адмиралтейство. Вы встречаете своего друга, старшего официанта, и узнаете, что адмирал с тех пор не возвращался. Возможно, он сожалеет о своем откровении. Вы сможете найти его в его логове. Адмиралтействе. Получите 3 уровня поддержки адмиралтейства и посетите управление исследования адмиралтейства, чтобы поговорить с адмиралом. Поговорите с адмиралом в темных очках. В адмиралтействе. У меня тут даже жилье есть, нихера себе. Так, советы капитана. Судно. Что это такое? Desk weapon. То есть, это этот, палубное орудие. Так, снятое с фрегата. Палубное орудие Mark II. Оружие, которое может служить против небольших монстров и слабых пиратов. Урон по кораблям 8, урон по тварям 8, урон команде 1, время прогрева 4 секунды. Инжин, мощность двигателя 800. Это я так понял все. Бридж, это что? Акселери. Усилитель. А бридж? Ну бридж это собственно мостик или мост. Так, что это такое? Припасы и топливо. Судя по всему, вот они, да? А это что? Ужас. Ага, вы далеко от света. Ясно. Журнал. Никто не рождается капитаном. Так. Цель. Старпом. Коп. Ага, вот магазинчики-то, собственно, есть. А сколько у меня бабла? У меня 70 бабла. Кучу всяких магазинчиков, я смотрю. Бутылки, всякие разные сигнальные ракеты, топливо. Топливо у меня, в принципе, есть. Я думаю, на первую поездку мне хватит. Тут пушки всякие разные. Хм, хорошо, ладно. А простите меня, дорогие друзья, для тех, кто уже играл в эту игру и прекрасно знает, что тут делать, но я, собственно, запускаю ее первый раз, поэтому мне хочется немножко ее порассматривать. Что мне делать теперь? Судно, журнал, офицер, магазин, верфь,
Что это такое? История. Это что-то вроде квестов, наверное. Так. Читать газеты, журналы, ранее известные как Лондонский журнал. Новости. Новости из-за рубежа. Ханство угрожает войной. Они всегда угрожают. Лондонские колонии в Сердаль... Что, блин? Сердалькового берега хотят независимости. Они всегда хотят. Ну, короче, понятно. У вас появились припасы. И you now have последние новости. Короче, мы получили последние новости и... Еще один припас, да? Хорошо. Вернуться назад в город. Да. О. Посетите управление исследовательной адмиралтейств. Не могу. У вас есть сердца. Что это? Доступно, если у вас есть 30 эхо. Это мы можем нанять еще, собственно, бойцов. Так, предложить проезд робоколонисту, чтобы попасть на север. Довольно трудно умереть в падшем Лондоне, но когда лондонцам слишком трудно и ужасно жить, они оборачиваются бинтами и садятся на корабль, который идет к гробоколониям. Ваша команда погрузила на борт одного из таких заселенных гробов. Гробоколонист спит там, пока путешествие не закончится. Гробоколонист у вас в тюрьме. Доставьте его на север в колонию и продайте его. Без проблем. Так и сделаем. Для ремонта... Да нет, не надо. Ага, вот это типа квестяки такие, да? Ну хорошо. Энджин. Ага, о, мы поплыли. Пошла, родимая, пошла. Чё нажать? Карта, да? Охереть, вы серьезно? Боже мой. Ладно, давайте куда-то туда наверх, что ли. Какие-то островки. Это можно закрыть? Шо. Ну, какой-то корабль. Я надеюсь, он не враждебен. О, охотничья цитадель. Что это за место? Давайте заплывем. Это похоже, как в этом, в Райзене третьем. Там тоже была цитадель охотников. Охотники на демонов они там назывались, по-моему. Классная игрушка. Я ее был поначалу недооценивал, но потом как... Причалить. Хорошо, мы причалили. Так, охотничья цитадель. Разведать остров. Портовый отсчет. Охотничья цитадель получена. Задача выполняемая, но есть риск. В жопу. Матросы молятся. Мы пожрали. Получили припасы. Вы знакомы с сестрой какой-то там? Угу. Зал пуст. Где сестры? Так, даже когда сестры не склонны к общению... А, новые истории. То есть, у нас есть новости. Знакомство. Ну, собственно, вот. Угу. Еще с ней пообщаемся. Вот, она нам припасы дает. Это ж круто. Так. Угу, то есть теперь нам нужны новости. Судно.
Так, что это у нас? Гробоколонист, припасы 8 штук, топливо. Ага, 9. Быстро жирается топливо. Понты проплыла, но уже. Фрагмент морских тварей. Чтобы получить фрагменты, получайте достаточно фрагментов. Они соединятся в секрет. Портовый отчет. Память о дальних берегах. Ага, это знакомство. Мы знаем теперь трех сестер. Это наш корабль. Цена в этом порту 1000 эхо. То есть мы можем продать свой... Ага, это местная валюта, называется эхо. Хорошо, мы можем, собственно, продать походу свой и... Ну и вот. И купить себе что-то получше. Не знаю, насколько это много, 1000 эхо. Я там в магазинчике не пошарился. Да ладно. Вот там еще что-то есть. Нижний Барнет. Это какой-то подводный город, что ли? А туда можно как-то спуститься, интересно? Ой, не знаю. Можно потушить прожектор, если хотим пройти незамеченными. Пустоши. Залив. А это что за место? Давайте потушим нахрен. Что за порт вообще? Это воды рядом с гробоколонией. Ага. То есть я, походу, прибыл туда, куда надо, или нет? Свет включи. Утёс. У меня 7 штучек топлива. Сюда я, походу, никуда причалить не могу. То есть я понял, что я могу причаливать только вот по таким... Туши свет, туши свет. Они опасны? Похоже, что да. Так, причалили. Так, одна последняя трака. Этот ваш пассажир пьян. Эй, на палубе! Хитается он, защищайся! Он начинает пьяную атаку. Ваша команда пятится. Спасибо, экипаж. Посмеиваясь. Оборона без усилий. Гробоколонист имеет большой запас горького опыта. Некоторые из них самые смертоносные бойцы на Земле. Возможно, что это тоже, если бы он не выпил так много рома. Вы иногда этого и не узнаете. Ну понятно. Хороший бой и что? Железо добавилось. Убрался гробоколонист. Получено 2 припаса. Непонятно. Вы доставили гробоколониста какой-то артефакт. Так. Гробоколония. Исследовать. Фрагментов стало 115. Что это за фрагменты? А, это эти, точно, про чудовищ там что-то. Если добрать их сколько-то там, то пока это все. Сказка об ужасе. Ага, понятно. Ну хорошо. Так, давайте еще посмотрим, что тут есть доступно, если у вас свидетель. Нет. Собрать слухи. Эй, капитан. Подожди-ка. Эй, капитан, у вас есть дюжина пустых... Серьезно? Вы хотите мне 12 гробоколонистов займут место 12 припасов, которых нужно будет отвезти в 3 определенных места? Ну, ты же мне за это заплатишь.
пока, собственно, монет-то у меня нету, а отказываться от припасов я не думаю, что это хорошая идея. Собрать слухи. Ага, портовый отчет у меня уже есть. То есть, ничего я такого сделать не могу. Пыльный стакан. Для этого мне нужно ужаса побольше, да? Давайте посмотрим, что еще тут есть. Диковинный артефакт. Принадлежит музею, конечно, если предложить... Если предположить, что колониальные имперские ассигнования... Что это за слова такие? Я не понимаю, нихера. На цели гегемонической классификации является подходящим ответом на проблемы межкультового контакта, а может потому, что музеи... Великолепные общественные учреждения. Если у вас есть нарушенное завещание, вы можете преобразовать коллекцию в семейную реликвию для вашего преемника. Ага, собственно, то если мы умираем, то что-то перейдет к моему преемнику, что ли, да? Хуй его знает. Сказка об ужасе. Так, я так понял, вот это, вот это. Вот это то, что у нас есть, то, что мы не можем никуда деть. А вот это вот, то, что мы как раз таки можем куда-то деть, продать или что-то сделать. Что это такое? Ужас. Ага, понятно. Это как раз то, что... Бутылочка. Бутылочка, это хорошо. Новости. Мы не можем ни купить, ни продать. Ни купить, ни продать. Память. Можем продать. Сколько тут? 7 и 10. Давайте две штуки купим. Так вот как-то. А, тут какой-то корабль, я смотрю. Ой. Ага, то есть нужен сертификат на паровую яхту. Ха, интересно. Гигея. Сепулик. Что, блять, как ты его обозвал? Назовем его, не знаю, наверное, соответствует его скорости, да? Ну, тортила. Ну и все, наверное. Я тут больше не вижу никаких квестов, каких можно было бы взять, да? Что тут дают? Ничего не дают. А нет, что-то дают, смотрите-ка. Морской капитан. А, кожа как шелк. Мне не так много осталось, я найду. В Гранд Санаторий. Я в Гранд Санаторий, короче. Принеси мне цвета. 7 цветов. Заплачу много, да. Давай. Морской капитан. 7 цветов. Ириго. Пелигин. Стюарт. Даст список. Можно найти здесь и там. По всему широкому мрачному морю. Ага. Я понял. Спросите Гранд Санаторий. Да. О, шелковистая кожа. Вы не захотите знать. Хихика не превращается в кашель. Мы не умираем здесь внизу. Нет, пока не уйдем в море, значит... Нам нужно что-то другое, где-то в конце. Да? Ох, блядь. Ну ладно, пускай будет квест. Так, собственно, куда поплывем-то? Давайте куда-то еще наверх. Там что-то надвигается. Я надеюсь, в этом море кракена нет. Вот тут еще какие-то острова. Ах ты, ёб твою мать. Эй, не попал. Ай.
Идите нахер. А, это подождите. Я, кажется, понял, как надо с ними воевать. Ага, вот, надо дождаться просто полной наводки. Так, собрать трупы в кастрюлю. Сколько у нас ужаса-то? В кастрюлю! Давай еще один припас. Блин, я покалечил себе кораблик. Я не думаю, что это как-то повлияет сильно на его работоспособность. Ну да ладно. Давайте смотреть, тут должно быть еще что-то. Ох уж эти земли. Эй! Это какой-то... Туши свет, туши свет. Что это такое? Оно плавает как хочет, соответственно, скорее всего, оно живое. Это арка, да? Значит, я могу под ней проплыть? Хорошо. Но он припасы сжирает, мы будем знать. То есть мы можем починиться, но при этом это нам будет стоить хороших денег. Ну, не денег, а припасов. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Я хочу причалить. Так. Мы замечен, сломали зуб. Да, давай. Возьму себе. Почему бы нет? Все, вали отсюда. На все четыре стороны. Давай, 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 давай. Фу, приплыли. Хорошо. Кудр, что тут есть? Исследовать город. Почему? Доступно, если есть один эхо. Ну давай, чё? Рыболовы моряки, пара личностей похожих на пиратов. Один из рыбаков рвется попробовать. Глаз кита. Рыбак хихикает и бьет по земле кулаком. Горожане! Ну хорошо. Фрагменты, что-то. Блин, я думал, это что? Что это тут вообще? Что за херня? Отпустить команду на берег. У вас есть 12. Ага, и 50 эхо отдать за то, чтобы они просто потусили. Там нет. Сбор информации. Да, получен отчет. Нет, спасибо. Журнал. Магазин. Что тут есть? Припасы. Ага, то есть вот так. Сказка об ужасе. То есть тут все не так уж и просто, да? А это что? Угу, тут все покупается и продается за морские истории. Дерьмово дело. Дом богов. У меня ведь нет богини моря или есть? Че я сделал? О, не нужно. Я что-то сделал, мне что-то привалило. Будем считать, что все хорошо.
У меня не так много всего на самом деле. Я думаю, надо вваливать просто обратно. Потому что я почти в самом углу. Там какие-то еще сраные айсберги плавают. Ну их в жопу. Я не хочу с тобой сражаться, отвали нафиг. Не хочу. Нет. Нет, у тебя слишком много хп, отвали. Нет. Еще один. О, тут еще какой-то порт. Надеюсь, тут хоть можно будет не за сраные эти истории поторговать. Кодекс. Так, составить портовый счет. Что тут еще? Тут нельзя никого купить. Ну, слава богу, чё. Да хватит им припас. Ладно, валим отсюда. Не знаю, что за остров, давайте заодно посмотрим. Наверняка какие-то опасные берега. Покормил команду. Ах, ребят, какой-то. Давайте поплывем, посмотрим. Тут вроде можно причалить. Но музыка стрёмная. Чё музыка такая? Такое чувство, как будто меня кто-то преследует. Нет, подниматься к кратеру мы пока не будем. Исследовать остров. У вас есть удача в таком количестве, чтобы это даст вам шанс на успех. Нихера себе. То есть меня напрокало, судя по всему. Так, фрагменты плюс 4. У меня появилось бабло. Удача. Хорошо. Можно поставить припас. У меня есть 4, я не хочу ставить припас. Поболтать с народом. Магаз. Ой, так у вас тут по дешевке можно купить. Все, давай на все деньги, короче, накупил топливо. Я не знаю, давай сыграем. Я понял. Не получилось. Или получилось? Не, получилось. Я походу победил. Но почему-то у меня на один припас стало меньше. You've lost 2. Теперь 3. Не понял. У меня было 4. Каким образом я потерял 2? А, я походу 1 потерял. И получается... Сука. Не важно. Дальше. Нет. Нахер.
Что тут еще есть? Магазины, верфь. Че, плывем отсюда. Плывем отсюда, а мне надо в Лондон. И чем быстрее, тем лучше. Куда-то туда. Быстрее. Если горючки мне хватит, то вот насчет припасов я теперь не уверен. Бабла у меня было нормальное количество, но теперь я не уверен. Не бздеть, команда. Все будет хорошо. Это что такое? Это что такое? Ага. Это какое-то строение. Фрагменты получены. Соленые львы. Форт Зил. Давайте зайдем еще сюда. Благо топливо-то есть. Так. Два базальтовых зверя размером с собор. Посетить. Нет, составить портовый отчет. Посетить. Получены фрагменты. Теперь ужаса стало больше. Ну да ладно, что тут нужно? 200 эхо. Ладно. Судно. Журнальчик. Магазинчик. У вас ничего такого нету, да? Ладно, будем знать. Там требует 200 эхо. Это что такое? Там плавает. Не хочу знать. Так, куда-то туда, куда-то в ту сторону. Будем плыть по этим ярким маячкам. Вот там еще что-то есть. Туши фонари. Они, судя по всему, враждебны. Все, включаю фонари. Идем дальше. Это, судя по всему, я опять пришел к этому. Ну да, похоже на то. Ну вы поняли, я думаю. Это место, где этот... Робоколонисты, господи. Так, у меня осталось два припаса. Это плохо, но я уже почти на месте. Я в принципе, я приближаюсь. Поэтому все хорошо. Только кораблик у меня медленный. Хочу кораблик. Побыстрее. 87-й год. Странная история. Где это? Это охотничья цитадель. Вот тут я как-то обошел это все. Вот тут я был, тут я был, тут я был. А карта... Ну, вы поняли, да? Есть еще куда сплавать. С кем сражаться? Нет врага? Успокойся. Так. Ну, мы уже возле Лондона, да? Вот это же Лондон. Похоже на то. Давайте заходить в порт. Не зря я эти отчеты, собственно, собирал. Там что-то же говорили про адмиралтейство, про помощь им, типа этими отчетами. Ну, сейчас посмотрим. В принципе, бенза у меня есть, у меня нету вот только припасов. Так. Получить сообщение от капитана. Что мне надо? Услуги. Ужас не более 50. Так. Свободный вечер. Что изменилось? Так, хорошо. Останки, ваше жилище.
мое жилище. Хорошо. Новости. Да. Посетить университет. Доступные услуги есть не более нуля. И, собственно, доступен один секрет. Услуги антиквара. Угу. Походу, сделано вручную, неизвестно, в Лондоне. Держи. Ага, соточку эхо ты мне за них даешь, да? У меня такая еще одна есть, хочешь? Спасибо. Так, что мне для этого нужно? Память о дальних берегах. Давай. Ну, все, наверное, да? Что это такое? Держи. Нормально он мне отстегивает денежки. По пятерочке, конечно, что-то отстегивает, и то хорошо. Держи. Еще десятка. Ну, спасибо. Да. 10 эхо. Собственно, ребенок. Доступный свободный вечер. А, это же я только получил вот этот свободный вечер, по-моему, да? А, вопрос удачи. Очень хорошие шансы. Держи. Последние новости. 10. Ага, вы потеряли 10 эхо. Ага, ага, вот так, значит, да? Любимая девушка. Давайте к любимой девушке все-таки. Медальон с портретом любимой девушки. Хорошо. Новый рекрут. Кто желает вашего внимания? Опа-на. 50 эхо. 20 эхо. 5 эхо. Канонир. Нихера. А ты кто такой? Давайте возьмем канонира. Угу. Главный инженер, старший помощник. О! Артиллерист. Япономать. Лондон. Так, мы можем нанять себе еще... Нет, не хочу. В Адмиралтейство. Это великий город. Так, хорошо. А, вон оно чё. Видите, вот не зря я собирал эти все приколы. Надеюсь, три сестры в порядке. Опять эхо. Получено топливо. Это хорошо. Сорок эхо, получено топливо. Хорошо. Адмирал. О, это он. Адмирал в темных очках. Это то, что мне нужно, кстати. Поддержка адмиралтейства 3. Хорошо. Так, 10 эхо. Кудры. 20 эхо. Еще топливо. Поддержка Адмиралтейства 4. Поддержка Адмиралтейства 5. Теперь у меня опять же 17. Ну блин, чё ж вы не даете мне, скоты вы такие? Ладно, потом. Все потом. Так. 20 эхо. Так, спросить, нужно ли им что-то особенное. Поддержка Адмиралтейства. Давай спросим, чё. Так. У нас есть 6.
Продать портовые отчеты. Спросить, нужно ли что-нибудь особенное. Давайте по порядку, чё. В клубе таком-то адмирал делал... Да-да-да. Давай, рассказывай. Да, был один отчет. Замок такой-то. Пустой храм на краю света. Твой отец направился туда. Туда не едут, если хотят вернуться. Так или иначе, оттуда никто не возвращался. Говорят, что они там и остаются. Говорят, что потом они отправляются даже куда-то подальше. Замок такой-то. Обреченное место, капитан. И здешние паломники. Да, здешние паломники. Обреченные люди. Если вы идете туда, то не бегите... Да не берите с собой туда тех, кто вам дорог. Замок такой-то находится в крайне юго-восточном углу карты. Идите туда, если вам нужно. Юго-восточный. Принят. Собственно, адмиралтейство. Что это такое? Поместить ваш корабль в свой док для ремонта. Зачем? У меня отремонтирован. Трудновыполнимая задача. Нет, не буду я этого делать. Чувак, все и так хорошо. Спасибо. Так, а как это? Вот это вот адмиралтейство, да? Хорошо, спросить про что-нибудь особенное. Это даст вам доступ в сухой док. Поддержку можно поменять на 2-3 топлива. Ну, хорошо. Доступно. Можно обменять одну поддержку адмиралтейства на 2-3 топлива. Но оно мне пока не надо, мне припасов, чувак. Нет, спасибо, все хорошо. Что еще? Важная инфа. Продать портовые отчеты. Нет у меня больше отчетов. У вас назначена встреча. Да, почему нет? А, ясно. Меня тут сюда же вернули. Информация. Ну, короче, понятно. Сколько ты хочешь? 30 эхо. Там мне, в принципе, они нахер не сдались. Я бы сейчас взял... припасов. Вот, 9 штук, 200 эхо я оставлю. И, наверное, поплыву к тем железным сфинксам, или как эта херня называется. Соленые львы. Вот, это как-то мне вот возле цитадели куда-то туда надо сплавать. В море. Погнали. Там они что-то хотели за 200, я не помню, чё, но что-то они хотели. Ой, давайте посмотрим еще это и будем на этом заканчивать. Собственно, вот такая вот игрушка, как вы поняли, да? Такая вот для кого-то скучная, для кого самое то. Тут обилие интересных рассказов, которые, я, собственно, думаю, очень и очень неплохо прописаны, при том всем, что игра выполнена вот в таком вот стиле, при том, что она маленькая в плане объема. И при том, при всем, что это инди-игрушка, но в ней есть душа, мне кажется. Что-то хорошее она мне явно принесет. Я еще... поплаваю, конечно, в этих замечательных темных и мрачных морях. Тут есть атмосфера, кстати.
А нынче атмосфера присуща далеко не каждой игре. Стойте на мосту. Что ты вообще о чем? Мне вот сюда куда-то свел. Водский даже воздух. Ой, туши, туши нахер. Надеюсь, он на меня не сагрится. Где эти сраные люди? Господи, туши, туши сраную херню. Хорошо. Да, куда-то сюда. Вы стоите на мосту, держа в руке медальон с портретом любимой девушки. Это любимая девушка? У вас есть возлюбленная в Лондоне? Ну хорошо, пускай себе будет. А, подождите, лесбиянка что ли? Ну ладно. Всем нужна любимая. Все нормально. Судя по всему, игра не подрассчитала такого поворота событий. Ну да ладно. Нахер вообще этот фонарь? Только палит. Так. Ты что-то там хотел. А вам нужно оставить денежный депозит за камни. 20 единиц места в трюме. Ну держи. Что это вообще такое? Сфинкса камень. О. Ага, блинский блин. Придется выложить топливо. Пару штучек. Ничего не поделаешь. Если я буду здесь, я его заберу. Пойдет? А то у меня трюм. Я что, за борт его выкину? Ну ладно, как пришло, так и ушло. Так, посетить. Что тут еще можно сделать? Составить портовый отчет. Все, поплыли. Обратный путь, собственно. Я не знаю, смогу ли я забрать, кстати, обратно свои эти, свое топливо. Ну-ка, хер с ним. Ой, так что-то оно быстро прижигается, что пиздец. Но зато мы плывем быстрее, однозначно. Вырубай его нахер. Все. Поднять паруса. Какие нахер паруса? Я же, блин, на этом самом, на паровом. Да ладно, будем считать. Жалко, вот жалко, что без парусов, черт возьми. Атмосфера была бы совсем другая. Йо-хо-хо, и бутылка рому. И мы возили бы камни. Чё там? На горизонте желтый свет мерцает, затем исчезает. Ах ты, ёб твою мать. Ладно. Они нас не видят. Так, это мерзкое старое судно. С ним в море небезопасно. Возьмите все и пойдем дальше. Тайник какой-то. Осторожно. Ок. Бочонок такого-то меда. Ага, то есть вот. Я победил. Это было просто, на самом деле. Просто потушил прожектор и в свете не знаю чего. В свете, наверное, большого опыта игры Assassin's Creed Rogue и третьего ассасина,
и Black Flag'а, и Корсаров. Мы ему отвешали пизды вообще очень легко и просто. Незамысловатая система боя на самом деле неплохо. Надеюсь, легендарных кораблей тут на 120 пушек нет. Ну и ладно, собственно. Сейчас посмотрим, что это за камни мы, блин, за 200 асов купили. И все, и будем заканчивать. А музыка, кстати, такая... напряжная. Играет на атмосферу, конечно, но... получить сообщение от Капитан Барта, да? Свободный вечер. Хорошо. Ты кто такой? Дальше. Ясно. Ты кто такой? Нужно хотя бы одно эхо. Вылечить железо. И вылечить до 20. Ага, вот так вот. А у меня там сколько этого ужаса? Нет, спасибо. Сейчас посмотрим. Сколько у меня там этого ужаса? 8, да? Так, жопа, мне не надо. Адмиралтейство. Продать. Ага, нет. А, не, можно. Давай, 20 тех. Хорошо. Спасибо. Зин. Что я могу продать? Припасы нет. Бочка вот эта вот с медом. Я держи. Так, нужно продать свой собственный движок. Я думаю, это плохая идея. Можно купить торпед. Охереть. Можно продать пушку. Собственно, Лондон. А, вот. У вас есть 20 штук. Особые камни. Воу, 500 эхо. Так это получается мне довольно-таки выгодно ездить туда, получать эту всю херню. Да? Да. Угу. Кого предложишь? Чья-то дочь. Здорово. Сколько ты хочешь эхо за нее? Это... изгнанница. Какой тебе прок? Ладно, сколько ты стоишь? 30? Ты стоишь 50. Изгнанница. Это старший помощник, который увеличит зеркала и страницы. Чья-то дочь. Это инженер, который увеличит... завесы железа и мощность двигателя. Хо-хо-хо. Я, наверное, возьму, пожалуй, вот эту вот. В 30 эхо. Да, конечно. Офицеры. Главный инженер. Что за талисман? Коматозный хорек. Неподвижен. Надо дикий. Что это за существо такое? Ладно, короче, чья-то дочь. Супер. А, блин. Где мои офицеры? Да, блин. Надо будет еще старпома где-то найти какого-нибудь себе. И вообще нормально все будет. Так, сколько ты хочешь? 10 эхо? Что тут еще-то есть? Давай. Последние новости. Эхо потрачено. Удален с портретом любимой девушки. Держи. Ага, то есть теперь я стал вообще спокойным. Она мне этот... где он? Сраный. Этот ужас убирает. Как-то так, короче. Так, что тут в магазинах-то есть? Оптика, Виверна. Что тут? Ого.
Тут мы можем тоже кучу всякого интересного. Гарпуны, скорпиончик какой-то тут. Пушки, короче. А кораблик? Так. Ваш корабль в зачет. Ага, мой корабль 1000 эхо. Это его стоимость. Ага, я понял, мне нужно просто подкопить. И все будет нормально. Вот что, вот это вот мой корабль, я так понял, да? Угу. Да-да-да, это он. Прочность. Поменьше, вместимость поменьше. Бонус к железу меньше. Ага, он просто такой, типа, по стелсу. Вот этот. Вот этот хороший, только для него 3000 надо. У него пушки, я смотрю. Не, кораблик нам сейчас не по карману, однозначно. А, давайте посмотрим, что за пушка. Desk Weapon. 8-8. Давайте в магазине посмотрим какую-то оружку. 8-8 Desk Weapon, Forward Weapon, Desk Weapon 12, Forward Weapon, Aft Weapon, Forward, 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 Aft, Forward, Forward, вот Desk. Больше Desk я не вижу. 12-12. 200 монет. Сделано для акс... Для... Что, блять? Ладно. Вот это вот Desk Weapon, по идее. 12-12. Возьмем. И тут... Что мне еще надо? Бридж. А, и вот это вот. Да? Давайте еще сетку возьмем. А, вот это оно и есть, бридж. Типа оптика. Зеркало плюс один. Это прожектор. Это прожектор. Та в жопу. Зачем? Я его вообще выключаю. Меня бесит. Разверни их в бою. Для защиты от торпед. Ну, в принципе, не критично. Ну ладно, чё, возьмем этот сраный прожектор или нет? Или всё-таки... Епт. Нихера себе. Форвард Weapon. Desk Weapon. Вот это какие-то вообще адовые машины смерти. Я тут хочу движочек посмотреть. 800. 1000. Убедитесь, что никто без ключа не войдет. О, так тут можно даже и упездонить у меня что-то, да? Ну понятно. Тогда давайте, а что, выберем прожектор или все-таки эту сетку? Давайте эту сетку купим. Бай, да? Судно, вот. Держи такую пушечку. Такую ж хернюшечку. Сейчас мы это продадим. Тогда. Sell. 190. И тогда можем купить этот сраный прожектор, да? Ну, чтобы было, да? В крайнем случае. Соточка. Давай сюда. Сюда, ну. Уже запакуем его, чё бы не. Ну, как-то так. Оп, на паузу. А то время-то идет. Команда-то жрет, собственно. Ничем мы изменить не можем.
Ага, вот тут мы еще можем вылечить этот самый свой ужас, который. Но мне нафиг не всрался лечить его, потому что у меня там после встречи с любимой девушкой вообще ничего не страшно. Я хоть впасть как Кракену, как Джек пойду. Так. Это просто советы. Собственно, вот такая вот игра. Тихим ходом мы набегали 1:05 и... Япона мать. Как-то незаметно прошло это время на самом деле. Карта огромная. На самом деле. Я вот проплыл буквально несколько портов. Я еще не знаю, что здесь. Ну да и ладно. Собственно, огромное количество каких-то вот персонажей. Индикаторов. Каких-то возможностей. Корабликов. Улучшения этих корабликов. Собственно, огромное количество квестов, секретов. Пока очень много непонятного, в принципе, но я думаю, это не так, собственно, критично, потому что по мере игры мы, собственно, разбираемся с этим всем. 29 тысяч, блядь. 29 тысяч. Круто. Конечно, круто. Фрегат даже есть, класс. Торговый. Японский. Ладно, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был капитан. Капитан Марс. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых видео.